Ну, один взрыв, основная волна, оглох, люди там припуганные попадали на пол. Все, потом второй взрыв. Еще побыли там, кто был более-менее, те ушли оттуда. Своим ходом добирались до этого, до больницы. Вон крышу разбило там, окно выбило. Так это далеченько, а что тут я вообще хана. У меня муж сюда приехал, его друг сидел в военкомате, я так понимаю, подавал, проходил комиссию. Я так понимаю, что он был, ну, мы его видели, он был напуганный, оглушенный, кровь шла с носа. Здесь контузия такой, ну, да, контузия. Хотя считай, что человек, кстати, второй день рождения, он жив. Ну, напуганный очень, люди напуганные.